29 мая глава республики Сергей Меликов выступит с ежегодным посланием Народному собранию региона. Он обозначит главные задачи и приоритеты в развитии республики. Ожидается, что особое внимание уделят вопросам улучшения жизни населения, поддержки военнослужащих, развитию промышленного и туристического потенциала. Послание пройдет в расширенном формате наряду с дагестанскими парламентариями. В его оглашении примут участие депутаты Госдумы, руководители органов власти, представители общественных организаций, молодежных движений и журналисты. Добавлю, оглашение послания главы Дагестана республиканскому парламенту будет транслироваться сразу на нескольких ресурсах и в СМИ. Это республиканские телеканалы РГВК Дагестан и ГТРК Дагестан, в социальных сетях телеканалов, в телеграм-канале главы республики и на странице ВКонтакте на радиостанциях «Россия», «Страна гор», «Прибой» и «Столица».